Жертвой мошенника стала 70-летняя местная жительница. В ходе беседы с потерпевшей стражи порядка установили, что накануне она распивала спиртные напитки в компании молодых людей. После застолья женщина увидела, что у нее пропал мобильный телефон, а проверив банковский счет, обнаружила пропажу денег, после чего обратилась за помощью в полицию. Сыщики выяснили, что краже причастен ранее судимый 20-летний житель Починка, которого задержали по месту жительства. В ходе допроса злоумышленник признался в содеянном, пояснив стражам порядка, что воспользовался моментом, когда женщина уснула, похитил средства связи и перевел через мобильное приложение деньги на свой счет, который впоследствии обналичил и потратил на свое усмотрение. В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.